Ульяна Авакуменко, школа высшего спортивного мастерства, возглавляет забег женщин на 3000 метра. На второй позиции Полина Чечетко и замыкает тройку лидеров Анна Петрова, Академия легкой атлетики. Рекорд Санкт-Петербурга в беге на 3000 метров среди женщин в помещении 8:35.67 в 2006 году установила Ольга Комякина. Рекорд Санкт-Петербурга среди молодежи на этой дистанции 9:13.19 в 2015 году установила Анна Петрова, участница этого забега, которая сейчас ведет бег на второй позиции, вплотную за лидером. И еще один рекорд, о котором стоит напомнить. Рекорд манежа на Крестовском острове в 2016 году установила Анна Петрова. 9:14.80. Пока идет соревнование на 3000 метров, напоминаем представителям команд и тренерам. Совещание по формированию сборной команды города для участия в первенстве России среди молодежи 1995-1997 годов рождения состоится 26 января в 14 часов в пресс-центре Зимнего стадиона. Приглашаются все заинтересованные лица. 3:01 время лидера на отметке 1 километр, за 2 километра до финиша. Ну, Ульяна Авакуменкова, мы видим, лидер забега, ей до финиша остается пробежать 9 кругов, является единоличным лидером забега. Анна Петрова, рекордсменка нашего манежа, переместилась на вторую позицию, и Полина Чечетко бежит третий, замыкает тройку лидеров, вплотную за Анной Петровой. Ульяна Вакуменкова, школа высшего спортивного мастерства, увеличивая отрыв, сохраняет лидерство. Полина Чечетко сейчас переместилась на вторую позицию, Анна Петрова вплотную за ней бежит третий. Менее 7 кругов лидерам остается пробежать до финиша. Снимай, я пока буду тебе вещать.
лидера забега Ульяна Авакуменкова на отметке 2 километра. 6 минут 4,90 секунды. В достаточно высоком темпе ведет бег лидер. И если она сохранит этот темп на заключительном километре дистанции, то, возможно, будет установлен новый рекорд манежа. 9 минут 14,80 сотых. Рекорд манежа, который принадлежит участнице нашего забега Анне Петровой. Анна Петрова переместилась на вторую позицию. Третий бежит Полина Чечетка. Спортсменки представляют спортивную школу Академии легкой атлетики. Три круга до финиша лидеру. 7 минут 17,8 секунды. Время Ульяны Вакуменковой за три круга до финиша. Два круга до финиша лидера. Два круга до финиша Анны Петровой, которая сейчас пересекла финишный створ. И два круга до финиша Полине Чечетке. Минут 31 секунда. Время лидера Ульяны Вакуменковой за круг до финиша. Лидер забега близко к установлению нового рекорда легкоатлетического манежа на Крестовском острове. И напомним, что этот рекорд 9 минут 14,80 сотых с прошлого года принадлежит Анне Петровой. Лидер забега на финишной прямой. Ульяна Вакуменкова первая пересекла линию финиша. Предварительный результат на табло, превышающий новый рекорд манежа. Анна Петрова финишировала второй. Полина Чечетка третий заканчивает дистанцию. Финишировала Любовь Павленко, Академия Можайского. Пятой закончила дистанцию Евгения Сухорученкова, наши гости из Ставрополя. На табло результат победительницы забега. 9 минут 9 и 40 секунды. Это новый рекорд легкоатлетического манежа на Крестовском острове. Девочка у нас.
400 метров. А как там бежали на первом кругу, там толкались достаточно серьезно. У нас там в легкой степени протест. Так. Прошу улицу, куда я поднялся.